Мы будем отказываться от понятия «средний медицинский персонал». Об этом сообщил министр здравоохранения Якутии Михаил Охлопков на торжественной части региональной научно-практической конференции «Лидерство через инновации. Взгляд в будущее». Глава ведомства подчеркнул, что понятие среднего персонала уже изжило себя, и значимость медсестер и медбратьев так же высока, как и врачей. Кроме того, на открытии конференции отметили лучших работников медицины, вручили государственные награды и звание отличника здравоохранения республики. Исходя из этого, потихонечку мы будем переходить на другие стандарты, на другие названия и так далее. И я очень рад, что наши медицинские сестры уже участвуют в полноценной инновационной работе медицинских учреждений нашей республики.